Дождь не помешал навести порядок в Кировске. В городе и на прилегающих к муниципалитету территориях прошел общегородской субботник. На борьбу с твердыми бытовыми отходами вышли городские службы, сотрудники учреждений, в том числе администрации, а также частные организации. 343 участника полезного мероприятия освободили от мусора 28 территорий, на которых воцарилась чистота. Правда, надолго ли? На Косогоре в районе гаражных боксов по улице Олимпийской кипит работа. Эта территория – зона ответственности Кировской горэлектросети. Суровые мужчины доверху наполняют мешки, один за другим. Или сваливают в кучу крупный габарит. Шланги, покрышки, резиновые коврики, стекла, старая мебель. Вернее, то, что от нее осталось. Улов богатый. Спрашиваем у водителя горэлектросети, каково это – убирать за другими автолюбителями. Очень плохо. Надо, чтобы не мусорили. Сами хозяева гаражей. На уборке задействованы порядка двух десятков человек. Те, кто смог оторваться от рабочего процесса. Но рук не хватает. Мусора, конечно, много. Хотелось бы обратиться к владельцам гаражей, на которой территории мы убираемся, чтобы проявляли в первую очередь уважение и к себе. Не так сложно мусор, скажем так, собрать и вывести в отведенные для этого места. Потому что, ситуация на самом деле крайне тяжелая с мусором. Просто кошмар. А это территория в районе бывшей железной дороги за музейно-выставочным центром. Здесь чистоту наводит отдел муниципального контроля. Сотрудники зорко выискивают в пестрой траве стаканчики от кофе, упаковки от чипсов, бутылки из-под лимонада. Все, что когда-то приобреталось в магазине по соседству. Работа спорится даже под моросящим дождем. С позитивным настроением выходим. Рады всегда, что было чисто в нашем городе, где мы живем. Поэтому только с позитивным, с хорошим настроением, с улыбкой. Тщательная уборка города – задача непростая, но посильная. Да и субботники уже стали привычным делом для кировчан. Субботники проводятся у нас ежегодно. В мае был проведен общегородской субботник. И перед зимним периодом мы проводим еще раз общегородской субботник. Убрать город до холодов кировчане успели. Теперь задача – вывести собранный мусор. Ее решает Центр материально-технического обеспечения. В ближайшие дни мешки с бытовыми отходами отправятся на санкционированную свалку в Апатитах.